Слушай, у нас лист был перевернут, поэтому я не мог разобраться без очков. Сейчас я сбегал, сгонял за очками, теперь я вот сижу в очках. Вот. Давай попытаемся приготовить опять как тормашки, да что ж такое. Без очков я вообще ничего не соображу. Да? Тут написано, ищите стикер. Так, видим стикер. Видим даты какие-то. Так, мы готовим. Мы приготовили омлет. Ты когда-нибудь готовила роллы? Смотри. Значит, он весь, видишь, в листе. Лист травяной какой-то там, подводный или еще какой-то. Что мы делаем? Мы пытаемся найти края. Мы их вроде бы нашли. А что мы должны сделать? Мы должны, короче, его вот так вот искать цифру 2. Смотри, все по цифрам, ты видишь? Вот цифра 2. Вот она, цифра 2. Мы должны схватить, а я одной рукой очень тяжело. Готовить, ты знаешь, одной рукой готовить роллы, мучение и еще то. Сделаем вот под конем. И что это у нас? Цифра 3, 4, 5. Вот она, цифра 3. Там один мы оторвали. Вот она, цифра 1. Вот она. Цифра 1. Липнет к пальцу. Цифра 2, 3 и 5. 2, 3 и 5. А, вот. Ну, у меня с математикой плохо, поэтому у меня после 2 сразу 5. А, пытаемся катать роллы. Когда-нибудь катали роллы, когда-нибудь готовили роллы. Что мы делаем? Мы, короче, берем этот ролл, кладем на лист. И что надо делать? Интуитивно, я не смог прочесть по тайски, перевести, по идее, не смог. Я решил вот так сделать. И чтобы это было держалось, наверное, надо взять этот, ой, он уже приклеился, этот стикер, он у меня все гуляет. Этот стикер мы берем, и что мы делаем? Вуаля. Итак, что у нас тут? Датированный ролл. Все, готовый ролл. Не желает роллу.